Паспорт – символ новой жизни с новыми правами и ответственностью. Этого события Ежовы с нетерпением ждали всей семьей. О том, что вручение первого паспорта станет настоящим торжеством, не предполагали. Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, Анна Ежова получила из рук главы Одинцовского городского округа Андрея Иванова. Было неожиданно. Мы думали, что просто получим паспорт. В итоге за день до этого сообщили, что мы едем на официальное вручение. Было очень неожиданно. Ну, на самом деле, такой сюрприз подготовил Андрей Робертович. Очень приятный, как он отметил. Раньше у нас паспорта так не вручали. Потому что, когда мы зашли, у меня дочка спросила, говорит, мама, в каком торжестве ты принимала участие? Я говорю, просто пришла, расписалась, мне отдали и ушла. Но внутри все равно было понятие, что повзрослели, что стали взрослые, что у меня теперь есть свой документ. Торжественная церемония вручения прошла на площадке Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот». Глава муниципалитета поздравил ребят и подчеркнул, что паспорт дает не только права, но и возлагает обязанности. С этого дня у вас появляются новые права, но вместе с этим и появляются новые обязанности. Как вы все знаете, у любого взрослого человека, помимо прав и свободы, есть еще и обязательства. В этот день я хочу вам пожелать стать достойными и законопослушными гражданами нашей страны. Берегите свою родину, любите ее, цените. И никогда не забывайте, что вы часть большого народа с великой историей. К паспорту, который является сегодня самым важным вашим документом, тоже относитесь бережно и никогда не теряйте. В честь знакового события ребята получили памятные подарки. После церемонии для них провели экскурсию по территории уникального центра, где школьники, юноши и девушки проходят курсы военно-патриотического воспитания. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».